Маски в автобусах все чаще становятся причиной серьезных конфликтов. Буквально на прошлой неделе 7 канал «Красноярск» рассказывал о похожем случае. В 50-м автобусе женщина устроила скандал, отказываясь надеть защитное средство. Кондуктору она угрожала тем, что лишит ее работы. А некоторые пассажиры в конфликты не вступают, но принципиально не носят с собой маски. За одним из таких полицейским пришлось побегать 2 недели назад во время очередного масочного рейда. И вот свежее видео из салонов 2 автобусов номер 80. У тебя есть полномочия одевать, заставлять людей одевать маску? У тебя есть полномочия? Я имею. У тебя полномочия есть? Есть. Что, ты кто? Ты кондуктор или медсестра? Я имею право. Чё ты не... У тебя нету полномочий надевать на людей маску. Нету полномочий. Трудовой договор свой, почитай полномочия свои. Ты изучай законы. Если я по себе людей не изучай. Изучай законы, ты... Закон изучать, у тебя нету без полномочий. Без оскорбления. У тебя нету полномочий, я констатирую факт. Автобус номер 50. Вот пассажир мне показал. Вот он едет сегодня, 20 число. Автобус номер 50.